Беларусь и Индия рассчитывают существенно нарастить товарооборот за счет создания совместных производств и расширения сфер сотрудничества. В ближайшее время страны планируют приблизиться к $1 миллиарду во взаимной торговле. В частности, Индия приглашает белорусские компании участвовать в программе «Делай и производи» в Индии, в рамках которой правительство страны способствует открытию производств по 25 направлениям. Основные сферы взаимодействия Беларуси и Индии – производственная кооперация, совместные проекты в областях науки и технологий, фармацевтики, а также инвестиционное сотрудничество. Минск и Дели реализуют ряд проектов в машиностроении и транспорте. В Индии открыт сервисный центр по обслуживанию самосвалов «БелАЗ». Создано совместное предприятие «Комсельмаш Индия». В планах на 2018 запуск сборочного производства белорусских тракторов. Подготовительную работу по открытию своего представительства в Индии проводит «Беларусьнефть». В прошлом году предприятием успешно завершен первый совместный проект на месторождении «Дигбой». Страны реализуют крупный совместный проект фармацевтической отрасли. Сумма инвестиций уже составила $3 миллиона. Активно развивается сотрудничество стран в сфере образования. Студенты из Индии проходят стажировку в Беларуси. Следующим этапом может стать открытие Белорусского центра профессионально-технической подготовки. Причем Беларусь готова не только подготовить кадры, но и обеспечить учебную площадку высокотехнологичным оборудованием.